Димон! Ничего не скажешь, братан, ничего. Словечко сегодня от меня не получится. Димон! Здравствуйте, сегодня с нами Дмитрий Евсеев, и он нам расскажет немного о ночном скейтбординге. Дмитрий Евсеев, скажите что-нибудь. Ну, я уже 15 лет занимаюсь ночным скейтбордингом, и мне, в принципе, нравится эта тема. Как вам техника прохождения лежачих полицейских? Это чем-то похоже на скачки. Никогда не угадаешь, кто выиграет. О, да куда ты так разгоняешься, ты чего? Это шутка друзей. А, шутка друзей. Сколько мы едем? 15? Ну, здесь непонятно. Самая лучшая скорость для ночного скейтинга, я думаю, километров 16.5. Как ты думаешь, Касин? Во-во-во-во-во. Давай. Делай джамп. Зеркало снимай. Зеркало. Я думаю, 3 километра. О. Не видно ничего. Свети Димона. Вот так. А так можно? Так можно тоже, кстати. Нормально. А, я знаю, что я этот скейтовый зацепка. Слушайте, от водилы пивом пахнет, это нормально? Ну, это ж Маврики, да, здесь всегда так. Понятно. Ну ты хулиган, братан. Вообще аутлоу. Я ночной хулиган, у меня есть наган. Я похож на маман, и я вечно пьян. Слушай, а вот можно тебе задать вопрос, как старому ночному скейтеру? Ну-ка. Вот я слышал, что типа есть такие, ну, два вида беспредельщиков. Это стритрейсеры и ночные скейтеры. Насколько это все правда? Ну, я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что это очень серьезный вопрос. И он не лежит в области закона? Я, если честно, опасаюсь, как бы... Последствий. Последствий, да. И ночные скейтеры – это же самые опасные хулиганы. Вы знаете, да, что ночной скейтбординг запрещен в Англии и других европейских странах? Ну, я слышал. Я слышал, по последним известиям вышла из Евросоюза. По этой причине, да? По этой причине, да.